Итак, переходим к следующему слайду. На что делать акценты в приглашении сетевиков? Первое. Сразу же говорю, если вы будете приглашать на бренд команды и на ваше лидерство в ней, вы точно выиграете намного больше. Почему? Знаете как, для сетевика другая компания – это состояние конкуренции. То есть, когда сетевик ищет себе другую компанию, он ищет не только сетевую компанию, не только MLM-индустрию, он ищет именно команду, в которой он сможет быстро, комфортно и эффективно развиваться. Если вы делаете акцент на каталог и только на компанию Faberlic, вы можете сетевика потерять. Потому что если вы будете говорить о нашем командном взаимодействии, о наших возможностях, о наших преимуществах, обучающем сайте, о том, что человек, который придет из другой сетевой компании и приведет людей, пока он сам в этапе становления, и потому что для него вообще, знаете как, с одной стороны все понятно в MLM-индустрии, а с другой стороны новый продукт, новые правила, новые тонкости, и ему бы самому разобраться, а он команду привел, и он не знает, что ответить, то для его команды есть шикарный ресурс, наш обучающий сайт и наш скайп-чат, где человек, любой член его команды сможет обучаться, и у любого члена команды есть доступ к телу ко мне, вашему вышестоящему, и доступ к телу каждому из ваших директоров. Не в каждой сетевой компании есть такая возможность. Многие категорически говорят, вот есть сетевые компании, не буду говорить названия, чтобы не обижались, есть компании, в которых говорят, мы в параллелях не дружим. Не дай бог выследят, что кто-то из параллелей дружит друг с другом, все, вплоть до терминации из структуры или до штрафов. Есть такая компания. Запрещено. Я не могла понять, почему запрещено. Нельзя делиться секретами с параллелями, потому что они являются конкурентами для нас. Коллеги, что у нас происходит в скайп-чате? Мы не смотрим друг на друга, как на конкурентов. Задал один вопрос, ответил другой, третий ответил. Мы помогаем друг другу. И вот я считаю, что это наоборот, преимущество именно нашей команды. Скажу честно, что в нашей компании есть команды, в которых тоже есть ограничения дружбы между между параллелями. У нас мамка и батька Заварухина Светлана и Олег, они приверженцы того, чтобы мы все вместе были как единый живой организм, как экосистема, чтобы мы действительно могли друг другу помочь, подсказать, подложить, как говорится, соломинку. И вот это действительно бренд нашей команды, не только Faberlic Project, но и бренд нашей команды, именно структуры Заварухина и именно Уральского региона. Здесь по-другому выстраиваются взаимоотношения. И поэтому вот на это обязательно в первую очередь приглашать сетевика. Второе. На бренд компании и внешний ресурс ее присутствия на рынке. Что происходит лояльность очень высокая. Первое. Второе. Что очень большое количество рекламы сейчас. Что есть поддержка от компании, интернет-магазин и привод новичков и многое-многое другое. И что действительно сейчас именно, знаете, как вот у меня пришел один сетевик и мне сказал такую фразу. Ты знаешь, я боялась, что компанию Faberlic будут как-то не так воспринимать. Странно. А ведь воспринимают хорошо. Мне так приятно, и мне прям легко от этого, потому что не надо заморачиваться по этому поводу. На самом деле, очень многие раньше говорили, Faberlic не предлагать, а сейчас очень лояльно относятся и очень с удовольствием используют наш продукт и приходят к нам в структуры. Третье. Уникальность продукта и большой ассортимент. Обязательно говорите, сколько у нас линеек и сколько у нас возможностей для каждого сегмента социума. То есть и бабушка может купить себе замечательные средства для дома и кремы для рук, и может VIP-клиент купить очень дорогие продукты, и как парфюмерия, и крема, и многое другое, и одежда. То есть каждый человек,
Даже, знаете как, у нас многие приходят в наши структуры для того, чтобы, например, в своей компании пользоваться одним продуктом, а в нашей тем, что у них нету. И постепенно, потихонечку переходят в наши структуры, потому что понимают, что все круто, все нравится. Поэтому на это обязательно делайте акцент. Это вот действительно преимущества наши, которые отличают нас от многих других компаний. Четвертое. Свое производство и присутствие компании на ближнем и дальнем зарубежье. И что одна есть сеть. Объясню почему. В некоторых сетевых компаниях, если вы строите ветку в Казахстане, то она не входит в общую ветку. Ветка России – это одна ветка, а ветка в Казахстане должна быть другой. Они не объединяются. У нас таких ограничений нет. В нашей компании, вот хоть откуда придут к вам люди, это будет общий один организм, неважно, где вы выстраиваете. Есть небольшая тонкость, есть по выплатам небольшая тонкость. Ваш основной объем вашей структуры должен быть в той стране, в которой вы проживаете. Для того, чтобы 65% должно быть структуры из вашей страны. Все остальное, 35%, может быть, знаете, хоть во всех 26 странах, где представлена наша компания. Но это будет одна общая ветка, и это очень удобно, не надо заморачиваться. Пятый момент. Свои разработки, патенты, изобретения и ответственность за качество продукта. Своя научная база. И это очень хороший момент, потому что некоторые компании закупают продукт в других фирмах, в других этих и продают. А здесь уже качество может страдать, потому что они уже не отвечают за качество. Они отвечают, но они не могут его более, знаете как, получили некачественный продукт, могут только претензию написать. А когда они сами разрабатывают, то они видят, как сделать так, чтобы больше не было брака. Это первый момент. Второй момент. Выпуск большего количества продукта дает возможность снижения цен. И вот то, что у нас собственное производство, и вот это все свое, свое личное, дает возможность именно такой ценовой политики нашего продукта, именно такого количества подарков, потому что мы общий организм. Фаберлик – это общий организм и с руководством, и с менеджерами, и с производством. И это очень хорошее преимущество для других сетевиков, у которых нету этого. На что еще? Шестой пункт. Присоединение других сетевых компаний в общий консалтинг Фаберлик. У нас уже 3 года назад пришло 3 компании, сейчас 2 компании, Денос и Флоранж, а еще сколько ожидается, Алексей Геннадьевич сказал, что ожидаются еще приходы новых компаний. То есть мы становимся еще сильнее на рынке MLM-индустрии, потому что когда компания, например, мелкая, ей трудно удержаться на рынке, и из-за того, что скачет доллар, скачет евро, получается или продукт дороже, или получается много-много-много проблем и происходит разорение. Из-за того, что нас много, из-за того, что у нас вот такая база хорошая, то у компании большое будущее. То есть есть, знаете как, когда люди приходят, они хотят стабильности, они хотят понимать, что в будущем их никто никуда не продаст, не передаст, и что в будущем будет только еще лучше, чем было до этого. Вот Фаберлик – это такая компания, потому что у нашего президента прописан уже стратегический план до 2045 года. Я так посчитала, мне будет 80, нормально. То есть я в компании Фаберлик здесь и надолго. Седьмое. На удобство. Я написала, обращайте внимание на удобство, не выходя из дома, оформлять заказы. То есть свой личный кабинет, своя поддержка, именно техподдержка. Если что-то не так, мы можем всегда написать, мы можем всегда связаться и поправить эти моменты. Не у всех компаний есть свои сайты, они делают до сих пор вручную заказы. До сих пор они не видят отчетность, видят только вышестоящие
стоящие, они же стоящие не видят, не понимают, что происходит в их структурах. Из-за этого происходит в других сетевых компаниях переподписи, перетягивание оборота, знаете, как на другую структуру, то есть выравнивание каких-то веток и тому подобное. У нас такого нет, сразу и все и здесь. Восьмое, возможность получения заказов разными комфортными способами для себя в каждом городе. Или агентский пункт, и сейчас новый ресурс, компания услуги разработала и скоро запустит полный ресурс, и у нас будет возможность у каждого нашего члена команды получать так, как ему нравится. Девятое. Это низкая стоимость доставки, и доставки как бывает как два раза в неделю, так и три раза. Знаю, что в удаленных местах есть у нас, конечно, немножко сейчас проблемки. То есть бывает не просто один раз в неделю, а бывает и месяц идет продукт. Да, есть такие сложности, но знаю точно, что компания сейчас работает над этим вопросом, чтобы убрать эту, вот эти ну, вот проблемы и там выровняться. В основном, действительно, доставка происходит очень быстро, и продукт развозится по разным странам, и, в принципе, практически весь ассортимент присутствует практически во всех странах. Кое-что там, чего-то нету, если не подписан, например, евродоговор. Итак, бонус «Быстрый старт» – это самый важный продукт, который вам нужно говорить вашим сетевикам. Переход, что он дает? Переход со всей своей команды. Если он переходит, то он сразу же начинает расти буквально с первого периода. Потому что на самом деле он просто, как знаете как, его оборот в 330 тысяч или в 750, он переводит сюда. То, что делали они там, они просто начинают делать здесь. И здесь можно сразу предложить, чтобы он грамотно выстроил свою структуру, как ему хочется, какие квалификации хочется, под кого, как подписать, оформить соглашение. Второе. Выгода для каждого члена команды. Вы можете сразу же выстроить, каждый член команды, лидер, может просто-напросто выстроить под себя структуру, точнее просто оформить, сделать заказы и уже выйти на квалификацию, на двойные бонусы. То есть не только лидер, который придет во главе и получит эти двойные бонусы, и люди, которые пришли с ним, если одновременно они в первый же период сделают правильное расположение своих людей, они точно так же сразу же пойдут по быстрому старту и будут получать бонусы двойные по этой шикарной программе. Возможность открытия нескольких квалификаций за 9 периодов. Об этом я вам уже сказала. То есть, если раньше были ограничения у нас, то сейчас да хоть бриллианта, да хоть национального директора. В зависимости, какую команду вы пригласите. Если вы пригласите огромную команду, которая вот занимает высокие звания в другой сетевой компании, то она сможет с удовольствием быстренько вырасти, вообще достичь очень больших результатов. Возможность получения двойных бонусов за квалификации. Но об этом вы все знаете. Возможность быстро перейти и начать получать столько же или даже больше доход от тех же самых действий. Об этом я уже вам говорила. То есть сетевики очень часто боятся потерять тот доход, который находится там. Поэтому предлагайте им перейти аккуратно, спокойно и начать здесь быстро и очень лаконично расти. И тогда они не просто будут получать тот же доход, но еще и будут получать больше. Почему не нужно переходить к нам? Из-за увеличения стоимости продукта, потеря из-за этого в других компаниях, из-за этого происходит потеря клиентов у них, соответственно, потеря консультантов, которые перестают зарабатывать, соответственно, потеря своих статусов и квалификаций, потому что раз консультанты перестают работать, клиенты перестают покупать, то есть, естественно, квалификации рушатся у многих сетевиков. И, честно скажу, прям вот жалко, и мне прям аж... Правда, мне аж прям не по себе, когда многие рассказывают свои истории, и я думаю, господи, какой ужас происходит. Потому что я уже говорю, да пошли уже к нам, в конце концов, ну уже здесь вот, ну правда, вот тебе легче будет, и быстрее ты будешь зарабатывать, и хоть твоя душа успокоится. Иногда вот даже вот такими фразами. Следующий момент. Почему? Широкий выбор, выход Faberlic с предложениями в другие компании. И прям вот прям происходят сейчас переходы и приглашения других сетевых компаний в наш именно консалтинг. Поэтому если вы не выйдете на эти компании, то в какой-то момент, возможно, эти сетевики придут к нам просто как наши коллеги
по цеху и будут такими же, как нам пришли, например, Флоранж в свое время. Вот пришли они, и теперь они наши коллеги. И теперь мы не можем их уже пригласить к себе в структуру, потому что это по правилам запрещено. А раньше мы могли бы предложить Флоранж, и они бы были бы, может быть, в нашей команде. Поэтому приглашайте других сетевиков, предлагайте, потому что у многих происходит потеря директорских команд, и потому что раздербанивают по разным местам. Ну, есть такое на самом деле, сетевики многие знают. Потери и уменьшение дохода от своих структур из-за того, что вот происходят вот такие катаклизмы, происходит уменьшение. А еще слышала от некоторых сетевиков, не буду тоже называть компанию, простите, что, например, руководство стало меньше платить за тот же самый оборот. Ну, происходят такие моменты. Не у всех, но у некоторых есть. Я даже удивилась, я не ожидала. Я думала, что там все хорошо у этих сетевых компаний. И потеря впоследствии пассивного дохода, потому что, например, драгоценный директор, квалификация, у него мало того, что раздербанили структуру, мало того, что многие консультанты просто расползлись на более недорогой продукт в другие сетевые или пришли в Фаберлик, у него просто статус упал, и он теперь, естественно, тот пассивный доход, который у него был, он у него, опа, и присел. Почему нужно приходить к нам? Потому что действительно компания укрепила свои позиции, и те люди, которые из других сетевых компаний придут к нам, они поймут это. Они поймут, что с Фаберлик сотрудничать выгодно. Не только в денежном ресурсе, но и в том, что они могут спокойно жить, строить свой бизнес, расти, получать доходы. И действительно, знаете как, вот рыба, она же всегда ищет там, где вода. Она же не будет лежать где на суше. Даже если она предана, например, ей нравится какой вокруг антураж, она все равно пойдет искать там, где она сможет дышать. И вот сейчас наступил какой-то такой, знаете, момент, когда, вы знаете, я все время относилась корректно, и мне было неприятно переманивать. Для меня было как-то это ниже моего достоинства. Я уважаю коллег по цеху из других сетевых компаний. Но, похоже, наступило время, когда вы можете не просто переманить, вы можете дать им ту возможность опять раскрыть крылья, опять взлететь и опять получать высокие доходы и обеспечить свою семью. Потому что многие сетевики начали задыхаться, вот как рыба, они на суше, они не уходят, они боятся потерять хотя бы вот ту маленькую толику жизни, а может быть они смогли бы спокойно и стать золотыми рыбками.